33-летняя Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкозета, отреагировала на публикацию своего архивного снимка. Сегодня певица выглядит как настоящая дива, но на заре своей карьеры у нее был совсем другой образ. 51-летний Максим Фадеев поделился фото, на котором он запечатлен вместе со своими музыкантами Андреем Вдовенко и Андреем Харченко. Вместе с ними позирует и совсем юная Наталья. «Как давно это было?» – написал звездный продюсер в Инстаграм. Сам он в то время носил длинные волосы, а Ионова, следуя моде 2000-х годов, любила загорать в солярии. Чрезмерный загар исполнительницы привлек повышенное внимание подписчиков Фадеева. Многие отметили, что Глюкозета явно перестаралась с этим. Ультрамодный образ того времени прокомментировала и сама Наталья. «Хорошо, что запретили солярии, иначе бы я уже сгорела», — написала она, добавив эмодзи улыбок. С тех пор стиль певицы кардинально изменился. Сейчас она выбирает очень сексуальные и откровенные образы. Недавно Наталья Ионова в кружевном пеньюаре сексуально позировала на кровати. Она в прозрачном нижнем белье устроила чувственную съемку в ванне,